Дава наконец-то расставила цветочки над «и» в своих отношениях с Ольгой Бузовой. Бойфренд поп-дивы дал откровенное интервью и впервые рассказал, что же на самом деле случилось в их отношениях. В интернете все писали про контракт, но я по контракту не могу говорить об этом. Мы сейчас просто работаем над его продлением. Вот. Я надеюсь, что мой сарказм будет понятен людям, а то в последнее время он плохо воспринимается. Дава разнес вдребезги журналиста, которые наворотили в СМИ сенсацию о разрыве с Бузовой. Мне непонятно, когда создаются вот такие инфоповоды. То контракт, то кто-то кому-то навредил, то еще что-то. Люди не проверяют достоверность информации. Не нужно за нас с Олей переживать. Все хорошо. Если у нас что-то будет, то мы лучше скажем у себя на странице. Мы показываем отношения. Все говорят, вы хайпите. Мы не показываем, все тогда, блин, а че не снимаете? Как тогда делать? Возмутился Дава. Ну а на этом все. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Если оно показалось тебе интересным, то не забудь подписаться на канал и поставить лайк. А еще обязательно переходи по ссылкам. Там тебя ждет еще много чего интересного. Друг, не забудь подписаться на канал. Я старался для вас.